целом. Естественно, мы сориентированы на зависимость от эпид-обстановки. Если массовые мероприятия будут позволены, то мы планируем вернуться к нашему обычному формату. В связи с этим полный план мероприятий Шушинского фестиваля еще не утвержден. У нас будет время это сделать, но тем не менее мы имеем набор событий, которые мы хотели бы насытить афишу Шукшинского фестиваля.